Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители. Перед просмотром обязательно поставьте лайк к этому видео. И если не сложно, оставьте хоть какой-нибудь комментарий. 13 марта в Братиславе за месяц до своего 78-летия скончался словацкий актер кино и театра, политик, бывший министр культуры Словакии Любомир Люба Роман. Об этом сообщают национальные СМИ. Причина смерти артиста – сердечный приступ. Роман родился 12 апреля 1944 года. Окончил театральный факультет Братиславской высшей школы исполнительных искусств. В 1966 по 2001 год был актером театра «Новая сцена» в Братиславе. В период с 1991 по 1996 год руководил этим театром. С 1986 преподавал на театральном факультете Братиславской высшей школы исполнительных искусств. Экранный дебют «Конец 50-х», «Зонтик Святого Петра», «Мы из 9 А», «Любовь неласковая», «История порочной красавицы», «Потерянная долина», «Борис в сериале «Солдаты свободы» в совместном проекте СССР, ГДР, Болгарии, Польши, Венгрии и ЧССР, «Операция Эдельштейн» и множество других.